Чмурдят. Минкульт выступил против запрета фильма «8 лучших свиданий». Да, вот там сыграл Зеленский, а он Зеленский, в общем-то, там укрофашист, да, и вот поэтому предлагали запретить этот фильм. Вот была премьера, и какая-то Альбина Джанабаева, я не знаю, кто такая, мне потом пояснили, вот она такая вышла, и рассказала о том, что там написано у нее, господи, 8 лучших свиданий, значит, сходил на 8 лучших свиданий, стал убийцей детей Донбасса. Вот я бы не знал, кто это Альбина, если бы она вот так не вышла. Да, сразу я вспоминаю в связи с этим анекдот, да, сейчас я включу себя. Анекдот сразу вот вспоминается мне советского периода. Такой про Веронику Маврыкину и Авдотью Никитичну, да, когда они идут по мосту, длинный такой мост, и Вероника Маврыкина пописить захотела, он говорит: Никитична, поддержи меня, чтобы я туда не свалилась, ну и туда попу выставил через эти, и значит, сидит, она держит, она говорит: а ты что не ссышь? Она говорит: а там лодка внизу плывет. Она говорит: дура ты! Это твоя пилотка в воде отражается. Вот так и я этой даме хочу сказать. Дур ты, твоя мать. Если хочешь увидеть детей убийц детей Донбасса, в зеркало посмотри. Вот такие уроды, как ты, виноваты в том, что там произошло. Так что это там твоя отражается. Российские кандидаты в президенты в ужасе отказались от публичных дебатов.